Всем привет, всем доброго времени суток, с вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам свой небольшой заказ по 17 каталогу 2020 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. 17 каталог действует 2 недели по 29 ноября включительно. В этом каталоге компания Faberlic новичкам предлагает получить в подарок новую парфюмерную воду. Это новинка 18 каталога Elisar. Для этого вам необходимо обязательно выполнить и оплатить до 29 ноября свой заказ на сумму от 1999 рублей в цене каталога. Минус после регистрации у вас будет скидка 20% плюс сбор за доставку. И обязательно до 29 ноября заказ оплачивайте, так как программа видит и учитывает только оплаченные заказы. И тогда при заказе по следующему 18 каталогу вы получите эту парфюмерную воду в подарок за рубль. К этой парфюмерной водичке вам в подарок еще будет представлен кулон с кристаллом Сваровски на цепочке. Это оригинал, каждый кристалл имеет свой номер, бирочку, поэтому, конечно же, очень приятно будет получить за рубль не только парфюм, но еще и кристалл Сваровски, который украсит ваши новогодние праздники. И вы знаете, вам необходимо будет сделать свой заказ на сумму 1999 рублей в цене каталога. Да? Это, наверное, я вам уже сказала. И еще я сняла для вас видео о новинках. Заказала я пробник. И вот в видео о новинках я расскажу вам свои впечатления об этом парфюме. То, что я ощутила из пробника, это то, что он действительно такой вот женственный, нежный, как облачко окутывающее, искрящийся цветочно-зеленый парфюм с какой-то вот деликатной пудровой ноткой. Если сравнить, на что похож, то сразу вот ноткой розы что-то отдаленно на кокетку, когда только нанесла, и вот какими-то вот такими другими нотками, может быть, фруктовыми на водичку у Violet. Но у Violet для меня была очень насыщенная, я ее не смогла носить, а здесь все очень деликатно, воздушно, и вы знаете, вот особенно мне понравилось, как звучит эта вода на морозном воздухе. Вот она тогда заиграла, начала переливаться очень красиво. Вот играла на морозе именно так, что мне впервые захотелось приобрести вот за долгое время в коллекцию полноразмерную версию этого аромата. Но на запястье, вот потом, уже когда второй день я тестировала, где-то часа два я ощущаю, потом прям вот совсем очень легкий аромат, очень ненавязчивый. Но это из пробников. Нет закрепителей, поэтому если вы брали флакон, напишите, как вам стойкость из флакона. Но еще, вы знаете, вот обычно я заметила цветочно-зеленый аромат. У нас до этого была парфюмерная водичка, да, она и есть в каталоге Renata Secret. Ей необходимо было где-то недели две с дороги отдохнуть, настояться, потому что поначалу вот эти вот зеленые ноты, они как-то всегда вот, ну, немножко не собранные получается, так вот образ парфюма. А когда уже постоит, отдохнет с дороги, тогда аромат набирает свои обороты, свою силу, и тогда мы уже слышим его звучание. Но здесь довольно-таки нежный цветочно-зеленый парфюм, то есть он как бы такой вот аурой вокруг вас, невесомой, может быть, поэтому так вот кажется стойкость, потому что чем нежнее, тем нам кажется, что вот мы его не ощущаем. На волосах прям вот таким нежным флером я его ощущала, легким, ненавязчивым, то есть это очень политкорректный аромат. Ну вот, например, если сравнить с Марсель, то для меня он более благородный и более интересный показался. В общем, подумаю, может быть, возьму для себя еще вот со скидкой 70% флакон. До следующего каталога я вот пока разнашиваю пробник и в раздумьях. Но и еще консультанты, которые в 17 каталоге выполнят и обязательно оплатят свой заказ 25 баллов и более, плюс к этому зарегистрируют в свою структуру 3 консультантов. Консультанты тоже выполнят свой первый заказ и оплатят на сумму 1999 рублей в цене каталога. Консультанты, 3 ваших консультанта получат эту воду в подарок. И вы, как рекрутер, который зарегистрировал 3 консультантов с первым заказом и личным объемом 25 баллов оплаченных, получите тоже эту воду в подарок. Поэтому у вас есть такая возможность. Но теперь давайте смотреть мой заказ. Первое, что покажу вам, сейчас выгодная акция идет на
кондиционеры для белья. Я взяла свой любимый из серии Baby и еще один кондиционер Sensitive, который подходит для детской, также чувствительной и атопичной кожи. Мне тоже очень нравится здесь отдушка, такая она миндально-пудровая, для меня очень приятная. Второй раз беру, и в общем я в восторге. Вот эти два кондиционера, ну это, наверное, самые такие нежные. Еще у нас есть утренняя свежесть, вот прям понравились. Далее, следующее, что я приобрела. Кстати, у нас сейчас, девчонки, купоны обязательно, вернее, карточки, твой бонус отоваривайте. Я некоторые отоварила, некоторые буду делать еще заказ, потом вам тоже покажу, еще у меня не отоварены. Далее я взяла по желтым ценникам два мыла. Очень мне понравилось мыло грушевое парфе. Жена у меня заканчивается. Решила взять я из серии лаймовый сорбет и банановый мусс. Очень приятно пахнут. Одно кремовое, одно гелевое. Но оно такое вот густое. В общем, отличное мыльце. Обязательно смотрите. Есть еще у нас черничное и малиновый капкейк. Далее, следующее, что я приобрела. Это уже по карточке твой бонус, по выгодной цене, пасту White Plus. Это отбеливающая паста с кислородным комплексом, не содержит фтор. Здесь есть также, по-моему, здесь какой-то вот такой компонент интересный. Да, здесь фермент из папайи, который именно вот расщепляет налет на зубах и отбеливает. А также такие небольшие вот частички. Паста такого слегка голубоватого оттенка, полупрозрачного. И вот я заметила, у нее освежающий мятный вкус, что это моя любимая паста. Чаще всего покупаю, чаще всего тянется рука. Вот я для себя любимицу обозначила, мне она очень нравится. Далее, следующее, что я взяла по карточкам. Взяла это я не для себя, это у меня было в заказе. Это очищающий мусс с биоэнзимами. Шикарное средство, тоже прекрасно очищает кожу. В общем, очень нравится, и по карточкам получилось очень выгодно. Следующее, что я приобрела, тоже по карточкам твой бонус, девчонки, это полоски очищающие с новой линейки. Линейка называется N4 W. Ну вот, прочитать вот все никак не привыкну. В общем, N4W. Здесь идет уже у нас, вот у нас в прошлой серии были полосочки просто поштучно, а здесь в упаковке их 4 штуки. Заявлено, что эти полоски удаляют черные точки, предупреждают появление комедонов, сужают поры и матируют. Девчонки, они великолепны. У нас были прошлые классные, но эти еще лучше. Прям меня очень впечатлили. Я в полном восторге. Полоски шикарнейшие. Обязательно берите. Вы 100% не будете разочарованы. Я уже вот две попробовала вчера. Вот они идут у нас в коробочке, да, и вот здесь вот такие еще саше. Давайте я вам сейчас вот ее распакую, покажу отличие, в чем разница. Во-первых, у нее более липкий слой, более лучшее сцепление с кожей, за счет этого она еще лучше очищает поры. Во-вторых, она черного цвета, то есть вот здесь у нас вот такая пленочка, вот это вы все отделяете, и вот здесь уже, вот видите, насколько здесь вот нанесено вот этого вещества, то есть вот вы отделили, и вот так это все у вас смотрится, сразу наносите на кожу, поэтому ваши все вот эти несовершенства, которые удалятся с кожи, их будет заметно на этой полоске. Во-вторых, она вот здесь, вот видите, вот что у нас есть на нос, вот такие прорези удобные, то есть вот так, допустим, вы наносите, да, смачиваете, просто очищаете, смачиваете водичкой и на 10-15 минут наносите, потом от краев вот так аккуратненько убираете, то есть хорошо сцепляется с кожей, приклеивается на ура, работает великолепно. По аромату такой же вот какой-то немножко травянистый аромат. В общем, буду брать обязательно еще, я в восторге. Классные полоски, великолепнейшие. Я думаю, что особенно когда по акциям, они долго на складе задерживаться не будут. Они прям вот свеженькие. Девчонки, если вам необходимо почистить, чистят отлично. Берите, прям не задумывайтесь. Далее, следующее, что я взяла, уже со скидкой 70%, два продукта и один по акции Like Faberlic. Сейчас вам тоже покажу. Взяла я свою любимую скатку из линейки ICUL. Мне она очень понравилась. И вот со скидкой 70% вышла очень бюджетно. У меня уже такая скатка была. Я от нее в восторге. Прекрасно чистит лицо. Но то, что у нас вот в новинках появился мусс,
Там, конечно, ну вот для меня прям он шикарный. Ну вот эту скатку тоже мне захотелось взять. Пользовалась она экономичная и пользовалась тоже я с удовольствием ею. Следующее, что я приобрела по скидке 70%, это помаду. Все-таки думала, какой оттенок. Мне понравился вот эта новая помада. Есть у меня на нее свочи, Velvet Kiss. И думала, какой взять оттенок. Мне понравился 77-й, розовый нюд, коричнево-розовый 80-й и понравился темно-малиновый. В общем, думала, 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 ладно, скоро праздники, хочется вот яркости. Взяла вот этот малиновый. Он очень красивый, красный на губах, не растекается, вот так смотрится. Конечно, в стике, вы знаете, больше такой, вот он, видите, какой. А на губах вот он какой получается. То есть вот есть разница со стиком. То есть он больше такой холодный малиновый. Он не желтит зубки, прекрасно смотрится. Холодный оттенок. Если вам идут холодные красные тона, я думаю, что вам этот оттенок понравится. И еще вот будут акции. Хочется мне взять розовый нюд и, наверное, коричнево-розовый. По ощущениям она ложится тонко, конечно, она не увлажняет, если на морозе может, наверное, чуть-чуть подсушивать, но так, в принципе, комфортно. Вот эта красная, прям пигмент въедается, то есть у нее самый такой яркий пигмент, потому что, ну и помада вот по оттенку из этой линейки самая насыщенная. И еще я взяла по акции Like Fabric еще один тональный флюид. У меня есть такой в оттенке с розоватым подтоном. И я решила взять естественный нюдовый 64-60 его артикул. Сегодня этот крем у меня на лице. Вы знаете, наносить, конечно, он нанесение чуть-чуть капризноват. Если расширены поры, если есть какие-то вот шелушения на лице, может подчеркнуть. Поэтому его лучше наносить быстро на очищенное лицо и наносить вот нашими губками поролоновыми, наносится великолепно тоненьким слоем. Если слой чуть толще, если вы нанесете его пальчиками, ручками будете наносить, тогда вот все излишки, они забьются в поры. А так, в принципе, я первым пользуюсь. И вы знаете, ну прям подсела, понравился. Взяла я оттенок естественный нюдовый. На руке мне он прям хорошо подошел, понравился, как он смотрится. Такой действительно, ну, наверное, естественный бежевый оттенок. Не светло-бежевый, а естественный бежевый получается. Вот так он смотрится на руке. А на лице, конечно, сейчас для меня он чуть сероват. То есть у него именно такой нюдовый, чуть сероватый подтон получается. И вот для меня на лице, конечно, он, ну, наверное, немножко темноват. Вот он на пальчике вот так остается. Ну, в принципе, не критично. Наверное, сейчас буду пользоваться снова вот этим вот с розоватым подтоном. А этот, может быть, оставлю, когда уже потеплеет. В общем, посмотрю. Но он, в принципе, неплохо матирует, неплохо смотрится на лице. Но если есть поры и его немножко чуть больше нанесете, поры может подчеркнуть. Вот в этом он плане, конечно, капризен. Не дешевый тональный крем, поэтому по акции Like Fabric вот прям для него вышла неплохая цена. В общем, вот такой мой заказ был. Обязательно покажу вам еще новинки 18-го каталога, поделюсь впечатлениями, пишите, что заказывали вы. И еще раз напомню, ссылка для бесплатной регистрации всегда есть под моими видео. Пользуйтесь, девчонки, не бойтесь регистрироваться. Я не из тех наставников, кто будет вам надоедать и говорить, что ты что-то должен, ты обязан. Вы можете каждый каталог просто даже делать минимальный заказ, пользоваться акцией Like Fabric. Можете участвовать в стартовой программе. Я только вам приду на помощь и буду вас оберегать, охранять, вам помогать и все, что знаю, вам подсказывать, рассказывать. То есть обязательно будете вы со мной общаться. Ну, общаются, конечно, все девчонки по-разному. Кто-то сам что-то спрашивает, идет на контакт, кто-то там лично общается, а кто-то просто молча информацию принимает. Ну, по-разному, конечно, бывает. В общем, кто-то в ней нуждается, кто-то не нуждается. Поэтому я уже под каждого подстраиваюсь и смотрю, в общем, как вам удобно, так с вами и будем общаться. Поэтому никто вас не заставит бегать там сумками, вы просто. Вот многие боятся почему-то, что что-то заставят делать. Нет, просто вы будете пользоваться всеми привилегиями, которые есть в компании. То есть всеми распродажами, все акции, это все будет ваше. Все будете видеть их в своем личном кабинете и по типу интернет-магазина делать свой заказ. Ладно, говорим теперь пока. Пишите, что заказывали вы. Будет интересно узнать ваше мнение. Всегда очень рада вашей обратной связи. Ну а теперь до свидания, до новых встреч.